Под звуки марша торжественно выносят копию знамени. Точную копию флага, установленного солдатами Красной Армии над Рейхстагом, провезут по всем краевым гарнизонам пожарной охраны. Знамя Победы торжественно передают представителю 15-го отряда пожарной службы. Знамя Победы мы везем в Славянский гарнизон, Красноармейский гарнизон и Калининский гарнизон. Это 15-й отряд ФПС по Краснодарскому краю. Будем также проводить мероприятия и передачу знамени Тимошевский гарнизон. Заместитель главы Владимир Забураев поблагодарил ветеранов за их огромный вклад в победу. Воспитанники клуба любительских объединений «Академия» выступили с творческими номерами. Знамя Победы было водружено на Рейхстаг в честь Победы. То есть это как частичка нашей истории. Это для меня великая честь посмотреть, как его передавали, посмотреть, как оно выглядит. И вообще, тут побывать, еще поучаствовать, это просто нечто для меня. В 1945-м Знамя Победы изготовили в полевых условиях. Тогда и не думали, что красное полотнище с пятиконечной звездой, серпом и молотом станет символами реликвии всей страны. Знамя Победы будет путешествовать по пожарным частям страны как напоминание о великом подвиге наших солдат и напутствие нынешним защитникам Родины. Ко Дню Победы знамя будет доставлено в Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю, где и завершится акция.